И мы снова собрались в этом зале, чтобы отметить первую же сессию и почти на великой победы в этой жизни. Поэт Роберт Рождественский, обращаясь к грядущим поколениям, сказал: «Памяти павших, будьте достойны». И когда я вижу лица людей, сидящих здесь, в этом зале, когда я вижу глаза молодых ребят, которые сегодня будут выступать на этой сцене, когда я вижу тех, кто стоит у вечного огня, мне всегда хочется обнять всех и сказать: спасибо, родные, за память, за стойкость, за мужество, за непоколебимость такую, за то, что мы уже с вами не одно десятилетие несем верой и правдой свою вахту памяти и не даем погаснуть вечному огню. И сегодня в зале ветераны, члены их семьи, я вижу в полном составе совет ветеранов. Оно, надеюсь, что приедет генеральный консул. А мы начинаем наш концерт, который называется «Молодежь против войны».